После тяжелой и продолжительной болезни на 72-м году ушел из жизни известный режиссер-постановщик, сценарист, деятель культуры Хамзат Урусов. Он получил признание как автор и режиссер концертных программ. Хамзат Юнусович обладал незаурядным талантом. Проводить гениального режиссера пришли родственники, друзья, коллеги и все те, кто был связан с его творчеством. Подробнее в репортаже Харчевиджиева. Хамзат Урусов написал сотни сценариев, ставил важнейшие республиканские и городские мероприятия, юбилейные вечера, фестивали, концерты. Опытный, образованный, глубоко порядочный человек. Он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Хамзат Урусов награжден многими государственными наградами. Он профессионал своего дела, который мог подобрать актеров на любую постановку к любому спектаклю. В 1973 году Хамзат Урусов окончил Государственный институт культуры в Краснодаре, отделение театральной режиссуры. После окончания вуза работал преподавателем в Ставропольском культпросветучилище. Долгое время руководил молодежной актерской студией в Моздокском народном театре. А в 1987-м окончил высшие режиссурские курсы в ГИТИСе. О заслугах Хамзата Урусова говорили многие, кто пришел проводить его в последний путь. Как больно и печально прощаться с человеком, который был и другом, и коллегой, и просто товарищем, который мог еще научить, подсказать. Свою последнюю режиссерскую работу под названием «Харча» Хамзат Урусов так и не успел представить зрителю. Говорят, что незаменимых людей нет. Но я могу сказать, что, к сожалению, на сегодня нам Хамзата Юнусовича, как режиссера, как человека, который знал историю республики, знал тонкости всех наших народов, к сожалению, сейчас заменить некий. Я боюсь, что еще долгие годы не будет, потому что для нас Хамзат Юнусович была величина. Последние 12 лет он работал в Карачаевском театре. И за этот период времени Хамзат Юнусович поставил более 20 спектаклей. Ну нет человека творчества, который его не знал. Все творчество скорбит, все люди скорбят по нем. Просто его не будет нам хватать, он рано ушел. Ему бы работать и работать еще впереди. Мы очень благодарны ему за то, что он в Карачаевском театре воспитал очень хорошую молодежь. Ребята, вот как он воспитывал, как он их учил, они по сей день работают в театре. Без участия Хамзата Урусова не проходило ни одно культурное мероприятие. Многие актеры отзывались о нем как о интеллигентном, талантливом человеке, профессионале, позволяющем глубоко раскрыть сюжетную линию спектакля, таким образом достучаться до сердец зрителя. Он умел находить подход каждому артисту. Особенно получалось раскрывать мастерство актеров, начинающих свой путь на театральном поприще. Ходите в театр, любите театр. Театр – это школа. Жизненная школа. Все, что можно сказать о театре. А то, что ходят на наши спектакли, это, конечно же, заслуга актеров. Я люблю свою работу, конечно, очень, но больше всего я люблю своих актеров. Потому что актеры – это те, кто воплощают то, что я вижу, то, что я хочу сказать. Театр являлся его жизнью, его смыслом жизни. Его неповторимый, неординарный взгляд и подход к театральному искусству останется наследием республики. Харчевиджиев, Вести Карачаева, Черкесия.